12 марта, на второй седмице Великого Поста, в день памяти святителя Григория Паламы, Преосвященнейший Иоанн, епископ Воркутинский и Усинский, посетил с архипастырским визитом Вуктыльский округ. За неполный год своего служения это уже второе посещение Вуктыльского благочиния. Сразу по приезду в храме Благовещения Пресвятой Богородицы Преосвященнейший Иоанн совершил божественную литургию святого Василия Великого. Обратившись к пастве, он отметил значение трудов святителя Григория Паламы, выдающегося византийского подвижника, богослова, философа, отца и учителя церкви, жившего в XIV веке. Приносим помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, хотя бы повалку не прогневайся на ныне зло. Согласно с православной верой, он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. Именно поэтому и установлено совершать его память через неделю Великого Поста. После богослужения прихожане не спешили расходиться, а наоборот, в течение часа задавали духовно-просветительские вопросы о днях Великого Поста. Вечером того же дня Преосвященнейший Иоанн, епископ Воркутинский и Усинский, совершил чин пассии в храме Сретения Господня, села Дутово. Это особое богослужебное последование, совершаемое Великим Постом в воскресные дни вечером. На нем читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа.